На двух села? Да, трех. Так, ребят, мы зашли в Брачалини. Обожаю эти сумочки, как произведение искусства. Да. Давайте с вами посмотрим, что почем. Но у меня, правда, осталось 3% батарейки, поэтому надолго не хватит. Ну, хотя бы что-нибудь. Такая красивая мини-произведение искусства стоит 800 евро здесь вот в аутлете. Очень красиво. Миллитре? А вот это 1250. Но если бы вы видели, какая она красивая, ребята. Во-первых, она такая интересная. Посмотрите. Это просто конфетка. Это конфетка. Представляете, вы такую сумочку покупаете, и все, вы пантера. Мне очень нравятся сумки Брачалини. У меня есть отдельное видео. Я заходила в римский магазин, в бутик, и мы там снимали немножко эти сумки. Так что можете пройти, посмотреть. Я оставлю ссылку. И Кости. Колора Тиффани. Смотрите, еще есть вот такого мятного цвета, очень красивого. И Коста. Буре вот у чем-то. Сейчас мне посмотрят цены тоже на эти сумочки. Это вот маленькая, она стоит 500 евро. Вот это 500 евро. Ребят, ну она классная вообще. Ее когда берешь в руки, это просто, ну, произведение искусства, по-другому не скажешь. А вот это побольше 600. Девочки, это просто конфетка. И вот эта вот розовая, я на нее смотрела, сейчас продавец заметила, сказала, что она тоже 600 стоит. Очень красиво. Угу. Такая же точно есть черная. Все, я беру в руки, я чувствую себя львицей, понимаете? Класс, я в восторге. Еще одна очень красивая мятная сумочка. Questa che prezzo? Меня узнала. Ой, ну просто прелесть. Соточка 600 евро тоже стоит. Ну, я не знаю, девчонки, как вы, но я вот когда беру в руки такие сумочки, я чувствую себя прям девочкой-девочкой. Мне настолько приятно на них смотреть и с такой ходить. И мы зашли в Outlet Twin Set. Здесь яркие хлопковые платья висят. Смотрите, какая красота. Такой сейчас 134. Тонкий, приятный хлопок. Длинное синее платье. Тоже хлопок. Такой 125 сейчас. Я зашла в Патрицию Пепе. Не помню, показывала я такой костюм у нас в баре. Но сейчас он идет на дополнительно летние скидки. Вот такая прелесть. Лиф стоит топ 30-90. И такие вот брюки. Летние, вязаные. Такой трикотаж. Вот они, 74. Летняя скидка. Состав 63% хлопок и 37% полиамид. Кто помнит такую сумочку, мы с вами смотрели в баре. Сейчас у нас 134 здесь, в этом аутлете.
вместительный шопер, но на замочке сверху. Классная сумка. Ну вот мы с Катей смотрим сумочки. Кому какая понравилась? Это 90, а это 93. Ну вот. Обе малышки такие разные. Ну, такая кожа на 260. Смотрите, какая у нее темная серебряная фурнитура. Мягкая кожа по 30 пп. Вот такие шоперы на замке по 134. Вот такие цвета. Розовая, черная, темно-синяя. Черные были круче, да? До 87 такие, 160. Я смотрю костюм по запросу одной моей зрительницы. 100% шелк. Вот он так выглядит. Свободная блузка, такой пижамный крой, очень классный. Блуза и вот такие вот брючки. Мне надо их будет померить сантиметром. Вот так оно выглядит. Очень легкая. Шелк, шелк. 140 брюки, 165 блузка. Вот так это все выглядит. А, да, мы зашли в Луиз Эспаньоли. Видите? Вот это все мы видели с вами уже в баре, все вот эти вот вещи. Я вам это уже все показывала несколько раз. А смотрите, какая красивая яркая сумочка здесь. А, вот эта ручка, три прекрасных кармана, и вот так она выглядит, такая вот структурированная ярко-оранжевая кожаная сумка Луиз Эспаньоли. Цена аутлета 288 евро. Она идет сейчас без дополнительной скидки. Но сумка очень интересная. Смотрите, еще какой цвет. Есть такой глубокий, темно-зеленый. Очень красивый. Тоже 288. Эсси, черто. Questa borsa quanto costa? 280 такая сумочка. Девчонки, ну это все, что я сняла в этот раз в аутлете. Напомню, что в этом видео мы с вами ездили в аутлет La Reggia, который находится в городе Казерта. Это недалеко от Неаполя, юг Италии. В этом видео мы зашли с вами в бутики Twinset, Patrizia Pepe, Braccialini, Luisa Spagnoli. Но у меня еще есть несколько видео из этого аутлета. Я их все опубликовала вчера. Можете пройти на мой канал и посмотреть. Мы там заходили в другие магазины, в сумочки смотрели, Качинелли, Фурла, в другие магазины заходили. В общем, я также в описании этого ролика оставлю ссылку на вчерашнее видео, поэтому можете очень быстро пройти и посмотреть. В комментариях вы спрашиваете, а можно ли что-то из того, что я показывала в этих видео, через меня заказать, чтобы я это выкупила, отправила в вашу страну? Ну, конечно же, можно. Вы можете написать мне в Инстаграм Олеся Шеф, и мы все с вами обговорим. У кого нет доступа сейчас к Инстаграму, можете написать в ВК. Оставлю также Телеграм для связи, можно там тоже писать. В общем, друзья мои, с этой поездкой в аутлеты мы покончили. Сейчас будут выходить влоги. На этом я вас всех целую и обнимаю. Желаю всем чудесного настроения. И до встречи в следующем видео. Чао-чао, тути. Всем пока-пока.